кабачок вернулся! Ну просто, Сигма, смотри просто, что творит! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть «Растения против зомби 3». Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм уведомления плюс расписание. В общем, второй день, и у нас вот такая вот награда. Отлично, спасибо, спасибо вам огромное. Все, мы идем дальше, возможно, мы второй день сегодня пройдем. 13 уровней здесь будет. И начни новый день. Приближаемся к загадочному туману. Туман преграждает нам путь. Не следует вдыхать это слишком долго. Что же нам делать? Предполагаемый порядок действий. Этот туман может быть настолько разбавлен, что я смогу его рассеять с помощью своих роторов. Ничего себе. Ни в коем случае, маленький приятель, эта штука может сразу заржаветь на вашем мободу. Результат маловероятен. Я почитал, что вероятность успешного рассеивания тумана составляет 90%. Оставайтесь в стороне. Итак, ну, дружище, давай, погнал. Ну как пылесос засасывает в себя, смотри. Боже ты мой, дружище. Что-то ему нехорошо было-то на самом деле. Слушай, ну прикольно, что они историю добавили, ты погляди. Ты сделал это, Мо? Горг дымит. Ты в порядке? Кашляет. Все системы в рабочем состоянии, хотя я, возможно, не настолько устойчив к туману, как предполагалось. Так, мы должны создать, построить гигантский пылесос для тумана. Мне понадобится мой верный многофункциональный инструмент. Флэббит Грэп! Это там, в сарае. Джиперс, зомби действительно разошлись, пришли сюда в город. Да, Джиперс. Криперс. Я не буду бродить по этому морю зомби-хлама. Давайте его соберем. Давайте здесь все почистим. Окей, мы пришли в новое местечко. Как? Куда мы переместились? Ничего себе. Так, ладно, спокойненько. Так, тут нам нужно, да, чтобы это все собрать, давай, давай, погнали. В общем, нужно проходить вот такие уровни. То есть тут в основном, знаешь, чисто история, и это прикольно. Так, нам дали лопаточку, ребят. С помощью лопаты мы теперь можем... да, вот так вот делать. Теперь разместите горохострел. Ладно, я понял. То есть бедных стенаорехов придется убирать. 10 уровень, друзья. Ладно, все, найс. Собираем солнышки. Так, сюда. А вообще лучше вот эту штучку поставить, ребята, и не париться. Реально. Ты гляди, ты просто гляди на это. Так, ну я предлагаю сразу же тогда, ребят, стенорехи вот здесь вот все-таки убирать. Смотри, просто как хорошо идет-то все у нас, а. Но тут, видишь, как бы будет две волны, поэтому лучше бы поставить как-то... Да не знаю, ну что вот этот горохострел, а? Вообще, по идее, бамбуковые базуки должны справиться идеально. Я не думаю, что это такой, знаешь, сложный прям уровень. Поэтому... Друзья, погнали! Погнали! Хорош. Я убираю. Чтоб, знаешь, перфекционисты немного кайфанули, а то... Так, ладно, я понимайтинг маленький. Такс. Давайте, ребят, хорошо, что они еще отталкивают. Это прям вообще отлично, ребят. Вообще замечательно так-то. Так, сюда. Как думаешь, сожрут орех? У нас просто, видишь, других дополнительных нету. В этом-то беда вся. Вот, видишь, тут уже прожрали. Давайте, ребята, давайте, let's go, let's go. Ну, стреляйте. Трямс, а еще одного. Так, дружище, погоди, пожалуйста. Да, у нас так-то ЧП, господа.
Слава богу! Нам тут немножко помогли. Так, ну ставим вот так вот, что делать? А, ну тут уже все. Нет, там еще идут! Ладно, ну слишком для перфекционистов, конечно, ребята. Прям будем сейчас стараться, проиграем по-любому. Но, смотри, уже уровень такой. Интересненький. Не, как я помню, я в бетку уже играл. Слушай, сколько там, 50 уровней было вроде бы. И, ребят, о, удвоение, кстати, есть. И там капец, там реально хардкор прям начинается, друзья. То есть, ну как бы... Так, день второй. Давайте приберемся. Ой, блин, сколько мусора. Внимание, зарядная станция. А, приятное зрелище. Силовые элементы на 2%. Ну, мы хорошо, кстати, да. Отдыхай, маленький приятель, ты заслужил это. Мы возьмем мой многофункциональный инструмент, флабельглэб, и посмотрим, что можно найти, чтобы построить туман. Короче, пылесос для тумана, да, скажем так. А пока мы здесь, я могу сварить на верстаке еще немного моей секретной растительной формулы. Наши заводные друзья будут готовы ко всему. Ага, да, он реально идет на зарядочку, смотри-ка. Так, тем временем, друзья. О! Буксир! Я не знаю, ну как это перевести? Ну так типа его зовут. Что? Ты испортил мастерскую Дэйва аэрозольной краской? Как это нам поможет? Это явно неуважительно, мне это нравится. Ну разве он просто не закрасит это? Давай придерживаться моих планов, а? Ай, какой же он просто. Например, тот, который взломал маленького робота-помощника сумасшедшего Дэйва и заставил его выполнить мои приказы. Вот это план! Муха-ха-ха-ха! Фига он, блин. Эта механическая угроза посеет хаос и украдет секретную формулу растения сумасшедшего Дэйва. Скоро я буду знать, как навсегда уничтожить эти надоедливые растения. Ничего себе, это как уже планктон какой-то. Секретная формула мистера Крабса? Что такое, блин? Даже для зомби... Для зомби это произведение искусства ужасно. Я имею в виду, я предполагаю, что это были зомби, учитывая, насколько это плохо. Смотри, просто... Да, реально, вон, смотри-ка. Разрисовали. Внешний вид может быть обманчивым, Патрис. Нам лучше проанализировать краску. Просто, чтобы убедиться. Так. Нам надо проанализировать. Ну, чтобы это сделать, ребята, угадайте, что нужно пройти... Следующий уровень. Да, ребят. О, здесь у нас, видишь, еще и выкопано. Ладненько. Такс, друзья. В принципе, ну, я думаю, конечно, тут-то мы точно поставим подсолнухи. Давайте-ка, ребята. Прямс. Есть. Хорош, начинаем. Так, ну, что думаешь, горохострел будем ставить? На самом деле он поменьше стоит, поэтому стоит бы все-таки о нем задуматься. Базуки это очень хорошо. Но все-таки нам нужно как-то вот защититься. Так, дальше следующий подсолнух мы, наверное, ставим. Вообще вот сюда вот что ли? Не, ну тут все-таки тоже опасно, но мы... В ближайшем будущем, конечно. Блин, нам нужно побыстрее, ребят. Нам нужно побыстрее. Так. Все, найс. Сюда. Пока этот сценарий будет жрать, ничего страшного. Немножко времени. Так, ладно, не-не-не, пока не тратим. Найс. Так, волна приближается. Ну, в принципе, волна такая, что можно вообще забить фиг. Ну, тут определенно ставим. Ай, перебирается грязный маленький зомби. Есть, уничтожили. Так, и тут я что-то предлагаю вот это вот ставить сразу. Так, нам бы как-нибудь бы на самом деле это все бы усиливать.
Так, тут найс, 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 найс. Ну так ставим также. Истинный орех нужно поставить определенно. Иначе все, габелла будет. Так, ставим, 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 ставим. Виноградинки. Но они сейчас, в принципе, они, в принципе, уработают. Либо, давай, да ладно, пропустим это. Хотя это, если честно, очень печально. Все, найс. Виноград сработал как надо. Тут определенно нам нужно как-то это защищаться. Ты погляди на это. Вперед. Ладно, тут уже все. Уровни становятся все интереснее и интересней. Отлично. Так, ну тут прям джекпот. О, мне дали перец чили. Холодный. Замораживающий. Так, я не знаю, стоит ли что-то применять нам. По идее, это надо бы. А? Давай, это все равно нам выигрывает. Опа, ничего себе. Так, ладненько. У нас тут, кстати, акция, друзья, появилась. То есть, понимаешь, да? Так, давай, проанализируем быстренько. Фу, дядя Дэйв, ты правда только что облизал краску? Вот обди, зомби-краски, как я и подозревал. Но зачем им рисовать мою... Ну, в общем... Ну, вы поняли, вот эту штуку, вот эту вот кабиночку, как говорится. Это просто явное неуважение. Я теперь не, терпеть не могу, когда люди издеваются над моими вещами. Так, а тем временем, друзья, смотрите, Мо спит. Он хакает, ребята, хак-пак. Офигеть. Так. Опачки, ребята, Мо-то стал злым. Давай перекрасим этот сарай. Сделаем его свежим. К счастью для нас, в летнем лагере я получила значок за покраску сараев. Вау. Молодец, только для начала нам нужно, естественно, уровень. Так, пока на Мо пофигу, как ты понимаешь. Все, применяем эту штуку и быстро идем, ребята. Гоним, 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 гоним. Так, 4, да, штучки. Ну, они нам показывают вообще, что можно сделать. То есть вот так вот замораживаются зомбаки. Блин, зачем я здесь грабли взял? А где они, кстати? На секундочку. Boost Activation. Вот грабли! Как и заказывали. Ты посмотри на это. Так, ладно, понял вас. А это чё, это весь уровень, ты хочешь сказать? Да нет, да не может быть. Да нет! Но это нечестно! Я думал, тут будет хард, и поэтому грабли взял. Ай. Вот на самом лучшем, на самом правильном уровне я взял грабли. Ну как это? Ну почему? Нет, мне уровень не понравился. Ну как бы не понравился, он быстрый, все замечательно, круто, но... Кто знал, кто знал. Так, какую мы с тобой возьмем? Вы что, прикалываетесь в грязи? Вот эту вот старенькую, давай какую-нибудь... Вот это мне нравится. Мне вообще, знаешь, оранжевый цвет вообще как-то вот прикалывает. Намного лучше. И посмотрите, что я нашел внутри своего многофункционального инструмента Flapping Glab. С помощью его мы сможем начать строить туман-пылесос, чтобы спасти Нейборвиль. Ничего себе у него инструмент. Чего у него там только нету? Как эта вообще штука работает? Ты погляди. Все, что нам нужно, это реактивный двигатель, немного щупалец стиральной машины, несколько деталей для броп-гурка и какой-то большой воздушный шар. А, прежде чем мы соберем все это, нам нужно избавиться от этого жуткого плаката с зомбоссом. У меня от него прям мурашки.
Что? Голосуйте? Должно быть, это какая-то дурная шутка. Я приклею один из моих плакатов прямо на его морду. Гропол, отличная идея! Я поставлю неоновую вывеску, чтобы украсить это место и сделать его менее похожим на жуткое кладбище. Так, ну чтоб это нам сделать, угадайте, что нам нужно сделать? Да. Так, let's go. Ну, я надеюсь, я грабли правильно что взял. Та-та-ра-та-тан. Так, что мы с тобой делаем? Как мутим? Ну, понятное дело, что сюда подсолнухи первым делом. Два стена ореха, кстати, на удивление. То есть, как бы, прям защищать надо будет. Ну, ребят, становится сложнее и сложнее. Интересно, сколько вообще всего в игре уровней, чтобы пройти вообще игру? Так, ну, понятное дело, что нам тут везет. Хоть мы немножко времени потеряли, кстати. Трямсик такой небольшой произошел. Так, здесь ставим, устанавливаем. Так, ну и пора. Давай базуку ставим. Трямс. Так, надо успевать, надо успевать. Сейчас найс. Все найс будет, погоди. Так, 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 бро, давай, 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 давай. У нас там, в принципе, мы успевайтинг. Должен, 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 обязан. Блин, а мы тут базуки поставили, ну ёкарный бабаич. Ты смотри, а ты смотри просто, ты посмотри. Ну тут обязательно, тут первую очередь просто надо вот так делать. Да, отталкивай, пожалуйста. Тан-тан. Ладно, я перчик применяйтинг. Просто уже почти доели. Ам-ам! Ам-ням-ням-ням! Делают зомби. Хорош! Не, ну так-то перец хороший. Да. Видишь, как бы нас спас. Так, вот сейчас вот тут вот самое важное. Как-то быстренько зомби с флагом прям жрет. Смотри, что творит. Сжирают! Найс. Ну, тут я не знаю, тут можно расслабиться, в принципе, я думаю. Давай-ка стоям бы тут. Ну хорошо. Ля, как красиво, а? Смотри-ка. А тут красивенько получилось, друзья. Так, надгробие, бабки, бабки, бабки. Это все нам предлагают. Удвой, удвой выигрыш свой. Смотри-ка какой. Так. О. Ну, давай вот с этим закончим. Ой, блин, как мило. Смотри, я так и хочу, я так и хочу. Пусть так и будет. Намного лучше, как будто кто-то бы... Ну да, да. Если только это не конкурс на самую грубую... резиновую кожу. А. Окей. Так, и следующий... уровень сразу. Ой, боже, имба! Ребята, кабачок вернулся! Ну просто Сигма, смотри просто, что творит! Это просто имба, ребятки! Я обожаю его, я просто его обожаю. Так, а что мы делаем? Давай быстренько, сейчас накопим. Понятное дело, что мы применим. Пусть они немножко поджуют. Ребят, ничего страшного, ничего страшного. Сейчас нам надо вот немножечко выиграть время. Так, все, ладно. Ребята. Вот так вот вас.
Хорош, три дорожки при том всего. Так, ну тут определенно горохострел. Ну... Ну тут вообще на изи все. С тремя подсолнухами даже справимся. Смотри, как хавают, а? А мы подождем. Видимо, не совсем подождем. Ладно! Чисто пока туториальчик. Че, сейчас дойдут. Мистер Кабачок. Ваш выход. Вот так вот. На! Давить их! Туда. Вот этот уровень мне, конечно, очень понравился. Клёвый прям. Так, сейчас нам нужно... Давайте, неоновая вывеска. Дейвкова. Блин, ну это очень прикольно выглядит. Но, наверное, все-таки давай вот растение. Блин, какой он прикольный. Давай, да. Все-таки как-то... Слишком много прям Дейв о себе возомнил. Хотя он очень имбовый. О, это новый яркий знак. Теперь посмотрим, куда я положил этот реактивный двигатель. Ну что ж, Патрис, у меня есть хорошие и плохие новости. Плохая новость в том, что украл кто-то большую часть деталей, которые нам нужны для нашего туман-пылесоса. Хорошие новости в том, что у меня почти закончилось... Чистое белье? Но это не хорошие новости, дядя Дейв. Да, это как-то... Бумс. Мо, что ты творишь? Ты только что сломал верстак дяди Дейва. И что он? Я сделал это как неуклюже с моей стороны. Бззз. Да уж, ребята. Мне это нужно было, чтобы смешать подкормку и удобрение для растений в моей секретной формуле суперрастений. Без него мы не сможем победить зомби. Ты должен быть намного осторожнее, Мо. Дядя Дейв, давайте посмотрим. Короче, построим новый верстак, чтобы мы могли кормить нашу растущую армию растений. Так, короче, надо восстановить, да? Новая задача. Чтобы это сделать, ребята, угадайте, что нужно нам, конечно же, пройти уровень. Не, ну это прикольно. Знаешь, как ты проникаешь сюжетом, это прикольно. Так, короче, у нас, видишь... О, ничего себе, клево-клево. Хороший бустик. В принципе-то. Так, ну я предлагаю сразу нам ставить. По идее. Как бы начало, нифига себе, вообще отличное, хорошее. Правда, уже прут капец они. Тут, если честно, бы лучше бы пригодилась бы вот эта штука. Прям сожрали говнюки. Так, да, хорошо, что выключилось на самом деле. Потому что сейчас нам тут не очень-то будет забавно все вот это вот. Такс. Бро, пытаемся выжить. Не, ну две, конечно. А, ну это уже все, последнее, кстати. Так, кабачок не успеет, да, восстановиться. Ну тут, в принципе, базука может и сработать еще. Погоди. Ну-ка, бамс сделай. Ага, нет, не хочет, ладно. Ну ладно, это все быстро вот так вот проходит. Бам. Так. Лужайка зачищена. Блин, ну как же прикольно, а?
Так. Ну, давай починим, что я тебе скажу. О. Вау. Но вообще так-то туда удобрения вот эти вот было бы прикольно. Как-то это больше подходит, да? Прям всякие различные инструменты. Давай вот это вот сделаем. Как-то это больше, мне кажется, подходит. Перфекто! Так, я даже приготовил вкусные пайки для нашей боевой листвы. Ну-ка. Кстати, о закусках. Я бы, конечно, мог бы пойти по-быстрому перекусить. Давайте-ка проверим. Закусочки, снак... Люкс 5000. О, как называется. Так. Это странно. Зомби, должно быть, перерезали шнур питания. Он теперь просто бесполезный. Вот закуски, типа. Ну, типа... Да, зомби. Бз, это могли быть только зомби. Рабумбл зомби. Да ладно, ничего такого, что мой верный... Глаб не смог бы исправить. Я в мгновение ока запущу этот старый холодильник для закусок. Ты смотри. Ну, дядь Дэйв, давай. Шамань. Так, ну чё, ребят, я не знаю, стоит ли применять, но вообще давай, чё бы и нет. Хотя бы грабли нужно использовать, чё бы и нет, да? Зомби с ведром. Только не говорите, что тут самый короткий уровень сейчас будет, да? Пожалуйста, только не говорите это. Да нет... Да, в принципе, нет. Так, я так понимаю, ребят, но это будет очень глупо, если эти его не завалят. Поэтому давайте-ка вот так поставим. Конечно, замечательно, что кабачок. Меня сейчас хотели показать, что этот зомби все выдерживает, но мне не надо этого показывать, пожалуйста. Мне это не нужно. Так, сюда, сюда поставим. Сюда грохострельчик поставим. Ну, пожалуй, сюда хочу поставить, а тут что-то как-то... Опс. Чуть не пропустили. Все, уже финальная волна. Понятное дело, что он сейчас будет ждать. Наш дорогой братишка. Хавают, хавают. Не-не-не-не-не. Я хотел вот так вот сделать, но... Так, хорошо. Тридцать секунд у нас остается. Проигрывать нельзя. О! А вот это интересно. Так, ладно, ладно, давай-ка задачу лучше выполню, починим. Ну, дядя Дэйв, как тебе? О, вот это холодильничек хороший. Закусон 5000 встал и шатается. Вот если бы у меня было немного еды, которую можно было бы охладить. Я умираю с голоду. Я тоже голодаю, жажду знаний. Как твоя секретная растительная формула? Дай мне рецепт. Мо, с тобой все в порядке? Ты выглядишь иначе. Ты подстригся или что-то в этом роде? Отрицание. Бз, я совершенно не изменился. Расскажи мне секретную формулу растений. Ты точно в порядке, что... Ты уверен, что с тобой все в порядке? Ты в порядке, что уверен? Почему тебя вдруг заинтересовала секретная растительная формула дяди Дэйва? Может быть... Чё он? Может, нам стоит подключить его к зарядной станции и провести диагностику? О, он разозлился, ребята. Мне не требуется диагностическая проверка. Мне нужна только секретная формула растений. Так-так, дружище, запусти диагностику. Так... Что, будем еще использовать, друзья? Я даже не знаю. Ну да, что? Если честно, эти грабли... Не, ну... Он назад может прыгать. Нам чисто это показали, да? Да, он может, если что, и назад прыгнуть. Это хорошо. Это хорошо. Потому что во второй части, по-моему, там... А, не-не-не-не-не. Назад он тоже может, по-моему, прыгать. Просто единственное, там прыжки увеличиваются. Так.
Грабли, отлично. Так, быстрей. Быстрей, бро. Так, ну я предлагаю сразу ставить, естественно. Чем больше, тем лучше. Так, еще. Солнышек, пожалуйста, троечка. Блин, ну 4 подсолнуха, конечно. По 4 солнышка. Ну, пятое, да, там сверху, там все дела, но просто у нас такая фигня, что. Базуки по 5, понимаешь? Они стоят дорого. Ну, блин, ну я просто не хочу, блин, ставить грохострелы. Хотя они, если честно, очень помогут. Чё я уж прям так наговариваю. Так. Зомби с ведром. Ну, базюка. Так, челик тут, конечно, жаждет жратвы. Ну ничего, мы его быстренько. Тут у нас задействована штучка. А, тут не поставить, чтобы красиво, симметрично было. Это уже буковка К получилась бы. Но, увы, немножко. Так, ну я предлагаю, ребят, на самом... Боже мой, да вы что, прикалываетесь? Сколько, посмотри, сколько их там. Воу. Не, ребят, ну от вас вот так вот надо избавляться, полюбас. А вы задержитесь, пожалуйста. Бедный подсолнух. Пожертвовал. Бамс. Найс. Так, что мы тут делаем? Надо, конечно. Опс. Этот-то точно не пройдет. Бамс. Хорош. Все, ускоряемся. Так, что там с Мо случилось? Давайте посмотрим. Ух, чили. Халапеньо. Ой. Перчик халапеньо. Так, давай, запускаем диагностику. О, бога лупидал. Кажется, я знаю, почему Мо ведет себя так странно. Это как-то связано с огромным устройством, висящим на задней части его зарядной станции? Да, Мо взломали, чем бы это ни был, он встроен прямо в его головной убор. В узел. Мне придется его удалить. Звучит как деликатная операция. Опасно ли это? Все время... Огромно опасно, биг тайм опасно. Хорошо, что я взял с собой своего верного Глапа, дай мне руку. Так, понятно. 18 уровень, друзья. Так, вот так вот применяем. Господа, блин, может сейчас не тратить? Я так и думал. Господи, я так и думал. Нет, тут, слава богу, играем полноценный уровень. Ну хотя бы так, спасибочки. А то я уже забеспокоился, я думаю, нифига себе, блин. Ну что ж это такое-то? Не там немножко поставили. Давайте. Ребятки, еще двое. Раз. Прямс. Есть. Выживет наш подсолнух.
Найс, только там, правда, видишь, идут эти. Зомбари побольше их там. И тут нужно срочно, пока волна не началась, ребята. Раз. Так, есть, ладно, успели. Так, где у нас больше всего? Так, с конусом. Оу-воу-воу-воу. Так, ну это вообще, конечно, не нравится мне. Да, тут не пройдут. Понятное дело. Да. Хана зомбям. Просто хана. Так, спасибонько. Ну ладно, этот уровень хотя бы, а то, блин... Перец хватит, я думаю, блин, сейчас опять уровень очень быстро пройдет, и мы зря тобой так помогло. О, прикольно, ребята, смотрите, рейтинг, все дела. Такс, ланчбокси, спасибонько, найс. Конечно, музычка вообще прикольная. Так, ну что же, Дэйв, ты готов? Нам нужно это сделать. Снап. Так. О, баба, габа, хумбакс, я думаю, что могло бы вывести из строя ядро памяти Мо, это плохо. Скажи что-нибудь, приятель. О, нет, Мо, ты слышишь меня? Он не дышит, дядя Дэйв. Но, на самом деле, это вполне нормально для газонокосилки, но нам придется его перезагрузить. О, нет, станция зарядная... сломалась. Ему срочно нужен новый заряд. Ну, понятное дело, новое. Починить. Надеюсь, наш маленький приятель где-то там еще жив. Ага. Так, идем дальше. Следующий уровень, друзья. Вот, что это такое. Жвачка? А? Что это такое? Конфетки вот эти вот, которые, помнишь, по 5 рублей надо было там это и прокручивать. Резинка. Господи. Жевательная резинка, ребята. О. Это что-то как-то имбово. Ничего себе! Вау! Вау, ребята! Не, реально это вау. Так, то есть, если что, он нам поможет. Офигеть. Жвачка нормально так шмякает. Ладно, понял вас. Так, мозгишки. Так, я, в принципе, тебе вот такую вот уловочку делаю пока. Нет! Я случайно нажал. Ладно, ладно, ребята, хардкор! По хардкору действуем. Нам эти жвачки ни к чему. Хоть они могли там сколько зомби-то завалить, да? Ничего, ничего, ребятки. Живем, все будет отлично. Так, пятерик накопить. Да, жвачка бы нам на самом деле очень помогла бы. Такс. Прямс, но ничего, ну что делать? Ну что делать, ребят? В принципе, так и так пройдем, это по-любому. Просто в следующий раз немножко аккуратнее надо быть. А так жвачка бы очень помогла, дружище. Я прям это вижу. Так. Опс, опс, опс. Тут вообще прям нападают, смотри. Да и тут, в принципе. Найс. Давай, братишка, дави их. Здесь мы сейчас тоже разберемся. Ничего, ничего. А, ну тут еще виноградно. Найс. Короче, так и так проходим. Пока вообще прям изи. Так что, фигня. Так, отличная работа.
Спасибочки. Такс. Итак, сумасшедший Дэйв вставляет... Так, отлично. Вроде новую батарейку или что-то там это... Лампа такая, это очень странно. Может такую? Мо 3. Воу. Это миска. Вот это. Ну давай вот этот. Окей, пусть так будет. Так, это новая зарядная станция Мо. Полностью робоспособна. Теперь о последовательности перезагрузки. Это не займет много времени. 5 мучительно долгих часов спустя. Все настроено, операционная система Мо не перезагружается. Почему это не работает, дядя Дэйв? Я в тупике. Если бы у меня было кресло для размышлений, я бы это понял, но кто-то его украл. Ну почему тебе не построить просто новый стул? Это всего лишь стул, правильно? Просто стул? Как он разозлился. В этом кресле было все. Сиденье, спинка, 4 ножки. Ладно, думаю, это было вполне нормально. Обычное кресло, если не считать ракетных ускорителей. Ага. Так, построить нам нужно кресло, ребята. Погнали. Погнали, я думаю, в принципе, мы это быстро... Так, вот эту штуку я беру. Я беру эту штуку. Сейчас мы нормально ее заюзаем. Бонг чой, господи. Да ну нафиг, ребята. Китайская капуста тут у нас пошла, которая очень имбовая, между прочим. Посмотри, как выносит. Просто погляди на это. Воу. Так это вообще имба. Только главное не нажать на этого робота, блин, случайно. Так. Она теперь... понимайтинг. Стоит-то 6. Но зато это имба конская. Так, зомбаки-то ползут, между прочим. На секундочку. Капуста. Let's go. Качанчик ты наш. Трямс. Найс. Вообще прям прошибает, смотри-ка. Раз, раз, все. Так. Ну, я думаю, на самом деле... Ну, блин, ну это ж скучно, если не применить. Чё думаешь? Или пофиг? Ну, блин, на двух зомбаков. Ну, что это такое? Опять повторение. Вот сейчас волна будет, вот тогда повеселимся. Да, ребят. Всё. Можно. Let's go! Вот это просто другой разговор! Совсем другой базар! Ну там еще есть зомбаки, да. Так, и чё, это все? Ну, я им просто затрямсую, и все. Найс! Ну, просто посмотри, как вообще отлично все, а. Ну, давай второй день уже пройдем. Я думаю, стоит его пройти, тут уже осталось-то немножко. Так, кресло. Кубик Рубика для Дэйва. Вот это больше подходит, еще и утя. Или вот это. Сыр. Давай вот это. Мне кажется, он бы вот это выбрал, если честно. Давай вот это возьмем. О! Черт возьми, мужчина. Мужчина? Короче, мог подумать, сидя в кресле, например. Ну, короче, он сможет подумать. Вот что переводчик. Отойди, Патрис, мне нужно размяться и продумать все. Окей. Некоторое время спустя. Я посмотрел на проблему под не... Короче, он смотрел на проблему под неправильным углом. Так, и чё же у нас тут? Мо не обновляется и не перезагружается, потому что спутниковая антенна сломана! Быстрей, почини ее! Пока Мо не улетел к той большой...
фаре в небе, держись подальше от света. О боже, что переводчик переводит? Фаре. Headlight. Ну, короче, это солнце. Большая фара на небе, офигеть. Слушай, я бы так никогда в жизни даже не сказал. Офигеть, это имба. Это круто звучит. Воу, найс. Так, хорошо. Так, и последнее, что нам нужно сделать, ребят, да? Я так понимаю. В этом... Он как и кабачок может атаковать сзади, да. Вот вы думаете, я... А. Ничего себе, братан! Ты хорошо живешь. Вот это ты хорошо прям. Ну просто их двое сейчас, я не знаю. Один, видимо, все уже тут. Так, надо как-то, я думаю, вот так вот ставить. Так, и ускорять. Понятное дело, что я хочу, чтобы он выжил, поэтому... Так, что с этим делаем? Мы, скорее всего, вот так сделаем. Так, большая волна зомби уже движется. Па-п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 а. Еще есть времечко, поэтому, ребята, спокойненько. Зря, на самом деле, я там поставил, потому что тут прям большая группа. Хотя, по идее, наверное, он справится вообще на изи. Смотри, что творит. Но тут вот, к сожалению, не справился. Блин, это печально. Это, конечно, печально. Что делать? А, блин, этот же помогает. Виноградик. Ну ладно, тут, в принципе, так в любом случае победили. Вот немножечко и выглядит. Переставить срочно! Чтоб красиво было. Найс. Блин! Отлично! Ну что же дальше-то будет? Чё там дальше? Так, фикс. Всё, антенна прям, смотри какая! Как новая, дядя Дэйв! Система перезапущена. Создатель Дэйв, что случилось? А журнал моей внутренней памяти содержит несколько ошибок. Мо! Спасибо, ты жив! Доктор Замбос повредил ваш жесткий диск с помощью своего... Вы вышли из-под контроля. Ты правда не помнишь, что произошло? Отрицательно. Доступ к резервным копиям памяти. О боже, нет, что я сделал? Что же там? Позорное признание. Согласно этим файлам... Это подразумевает полностью уничтожило сад создателя Дэйва. Сад? Ну-ка. Но именно здесь растут все маленькие растения. Нам лучше пойти туда и проверить их. Так, а что ж, доктор Замбос? Черт, я потерял контроль над роботом-косилкой сумасшедшего Дэйва. По крайней мере, мой план не был полным провалом. Нам удалось превратить этот драгоценный сад в кровавое логово. Ха-ха-ха. Переходим к следующему этапу моего блестящего, гениального плана. Да, чувак, все-все-все. Мы уже поняли. Что? Отпуск? Абсолютно никаких отпусков, пока я не буду править миром или хотя бы Нейборвиль. Назад к работе. Круто. Круто. Все, день второй завершен. Ребята, ура. Ланчтайм! Да что ж такое-то? Вы прям меня все завалили этим ланчтаймом. Ну что же, друзья, на этом пока что все. Я так понимаю, на третий день мы отправляемся в другую локацию. Да, скорее всего, так и будет. А, ну это прикольно, смотри. То есть раз, два. Вот она, следующая локация. Потом четвертый день. Пятый день.
И все. Походу, 5 дней, ребята, тут будет. Вот как-то так. Ладно, ребят, лайкосик. Также залетайте в Телеграм. Завтра будет серия, если вы захотите, если вы много лайкосиков поставите. Все. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.